Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство 360-CAM-G500H. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве проверить серийный номер. Итак, вообще серийный номер написан обязательно на коробке нашего устройства. И еще серийный номер должен быть написан на вот этой вот наклеечке, которую, возможно, многие сняли. Короче, прямо над штрих-кодом, сейчас нет возможности сфокусироваться, прямо над штрих-кодом здесь написано серийный номер и, собственно, серийный номер вашей камеры. Но можно это настроить, если вдруг наклеечку вы сняли, можно проверить серийный номер и через настройки. Для этого нужно дважды нажать на кнопку увеличения, на кнопочку вверх, затем спускаться вниз, 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 вниз. И видим здесь версия ПО. Нажимаем сюда и видим серийный номер. Он должен обязательно совпадать с серийным номером над штрих-кодом, потому что если он не совпадает со штрих-кодом, это обозначает только одно: камера, скорее всего, подделка. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.